День независимости Украины, солдаты, приехавшие с войны, сами без приказа президента, вышли маршировать по Крещатику. А вот тут толпа народа благодарит их за победы на фронтах. Такой вот хаос творится. Майдан, Киев, 24 августа 2019 года. Вот так вот все это выглядит. Киев. Лето кончается, все дякуют, солдаты ходят, те, кто в живых остался. Некоторые катают на колясках, те, кто уже не может ходить. Вот филармония, которая поступала, эквадорка Абигаиль, так и не поступила, по пьяни. Гастроном Биг Мак. Что будет с нами через год? Кто знает, живем ли. Вот такая вот праздничная, условно говоря, атмосфера. Полная слава. Националисты своими лозунгами пугают меня. Эквадорцы.